друзья, один маленький, но очень ценный совет. Если у вас загустел лак для живописи и не открывается банка ни в какую, можно вот так раскачать, рыбу аккуратно. Но она все равно никак не открывается, ни в какую. Тогда берем небольшой сотейник, мисочку, что под рукой, и кипятим воду до состояния крутого кипятка, пока не начнут бульки появляться. Берем полотенце, и окунаем прямо баночку с лаком в этот кипяток, придерживаем. И очень быстро пока не открылась, значит мало или водичка не очень горячая. Вот сейчас на ваших глазах такой эксперимент проведем, как будет открываться немножко дольше, но здесь важно не передержать. Крышка должна согреться, масло не сходится, и о чудо! Смотрите. Теперь я переливаю чеснок в смесь для жидкости. У меня здесь половина баночки, приблизительно чуть меньше половины баночки. Масло льняного. И вот я наливаю сюда домарный лак. Домарный лак — достаточно густая субстанция. Вытираю, обязательно вытираю. И теперь, чтобы лак у меня снова не загустел, я беру плотный целлофан. Здесь тоже важно протереть. Вот это самое главное. Плотный целлофан. Двойной. Вот так. Выкрываю горлышко. И закрываем. Вот таким образом. В следующий раз у меня лак должен открыться. Потому что, видите, вот здесь остается жидкость. И она прикипает, засыхает, потом. Маленькое чудо.